Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 54-м уроке видеокурса «Landing Page для начинающих». И в этом уроке я хочу показать прикольный виджет вот таких вот анимированных частиц для вашего бэкграунда. Смотрите, когда я кликаю где-нибудь в пустом месте, происходит такой взрыв. Бум! Бум! Я считаю, очень такой красивый эффект. И самое интересное, то что если какие-то объекты находятся сверху, я специально разместил здесь кнопку. Обратите внимание, сейчас экран немного затемнится, всплывет Lightbox, но смотрите на задний план, что даже по клику по другим объектам, которые находятся выше, все равно срабатывает взрыв частиц. Вот смотрите, я кликнул на кнопку, и видно, что сработал взрыв. Например, кликаю вот в поле «Введите имя», и срабатывает взрыв все равно. Я считаю, что это достаточно так интересно. Может быть, где-нибудь пригодится. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим его настройки. Здесь небольшие настройки, и тут, в принципе, ничего сложного нет. Particles – это вот как раз переводится как «частицы». И вот тут вот первое поле частицы количества стоит 800. Если вы считаете, что их слишком много взрывается, ставите меньше. Можете поставить больше. Поставим 900. Следующее, второе, это particle size, размер самих вот этих частиц. Вот вам, например, поставим 80. И давайте посмотрим в браузере. Посмотрите, частицы просто огромные. Так, я верну назад 10. Ну, speed – это скорость. Скорость самих частиц, когда они взрываются, вылетают. Можете здесь выставить свое значение. Color – variation, то есть вариация цвета. Здесь нельзя выставить цвет, значит, конкретных частиц, да. Здесь можно только поставить числовое значение и цвет каким-то там своим алгоритмом произвольно изменится. Давайте вот запомним, как выглядят цвета, какие есть цвета вообще частиц при том, что у нас color variation остается 40. Смотрим, какие у нас есть цвета частиц. И color variation давайте поставим, по-моему, максимум можно поставить 900. Просто чтобы сравнить, как изменятся цвета частиц. И вот посмотрите, какой выбор цвета мы видим. Смотрите, как было при 40 и как 900. Видно, да, отличие? То есть, конечно, если будете немножко прибавлять, возможно, отличия не будут видны. Так что вот имейте в виду, как тут можно манипулировать цветом. И последнее. Это цвет бэкграунда. Здесь вы видите темно-синий цвет. Здесь немножко сделано по-другому. Здесь другая модель цвета. Как здесь выбрать нужный цвет именно заднего фона, сейчас я вам покажу. Итак, я перехожу просто в обычную заливку, чтобы вам продемонстрировать, как выбрать модель RGB цвета. Смотрите, если вы заходите в заливку, вот здесь вот есть маленькая стрелочка. Сюда кликаем. И вот здесь вот, если у вас выбрана, как у меня, модель HSB, то надо выбрать модель RGB. Выбрав эту модель, вы здесь вот выбираете тот цвет, какой вам нужен, из палитры вот здесь, либо здесь. И вот эти значения как раз таки нам нужно заполнить. Видите, здесь написано RGB, и напротив идут цифры. И вот смотрите, запоминаем 247, 140. 7 и 30. Здесь я убираю цвет. И вот здесь вот прописываем. 247. Ставлю курсор после девятки. Удаляю девятку. 147. И 30. То есть видите тоже здесь, да? R
мы поставили значение G, поставили значение и B. И будьте аккуратны, не удалите здесь запятые, они все нужны, двоеточие и сами вот эти буковки R, G, B. Не удаляем. И Enter. Переходим в браузер и посмотрим, все ли у нас получилось. Должно быть оранжевый фон. Вы видите, у нас все получился, фон у нас оранжевый. То есть вот так вот меняется цвет заливки. Надеюсь, вы найдете применение данному виджету. Если вас этот виджет заинтересовал, под этим видео ссылка на мой сайт. Перейдете на мой сайт и скачаете данный виджет. На этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!